что было, то прошло вчера. Начнется новый день с утра, а значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод ли жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя пора. Доброе утро, друзья! В эфире ваша любимая пара. Предлагаю сегодня ничего не качать, а просто потанцевать вместе с Викторией Доронькиной. Давайте выучим небольшую комбинацию из танца, потом ее соединим и потанцуем вместе. Сейчас мы покажем вам восьмерку бедрами и поднимаем руки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Закончили. Так, сейчас мы покажем следующую комбинацию из танца. Правая нога, руки перед собой. Левая назад. Вперед, бедро наверх. Закончили. Разучим следующую комбинацию. Шаг право, рука. Лево руки наверх. Раз, затяжной круг. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Следующая комбинация, так как с предыдущей мы остались ноги на ширине плеч, идет у нас шаг крест-накрест с руками. Раз, два присели, лево, право. Разучим следующую комбинацию, шаг с руками. Делаем шаг вправо с руками, влево. Раз, два, круг. Три, четыре. В этой комбинации работаем не только руками, но и корпусом. Закончили. И последняя комбинация на сегодня. Шаг с руками вправо. Раз, бедро вверх, влево два. Руки через верх собрались. Еще раз. Закончили. А сейчас мы соберем все комбинации в кучу и посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Ну, думаю, у нас все получилось. Я желаю, чтобы и у вас все получалось. Хорошего вам дня и настроения. Ну, а мы заканчиваем нашу зарядку. Если вы хотите показать свою зарядку, то пишите и звоните нам. И не забудьте позавтракать. Завтракать быстро! Привет-привет! Как обычно, после зарядки наступила пора завтракать. И сегодня для нас готовит корреспондент канала «Культура» Наталья Погодаева. Привет-привет, это я. Доброе утро. На завтрак я, конечно, могу съесть и тарелку борща, но сегодня мы будем готовить витаминный салат из моркови, а также ленивые вареники. Не надо пугаться, что это вареники с утра. Все это делается быстро, за 30 минут. На 4 порции нам нужно
творог, где-то 500 граммов, 2 яйца, немного муки, где-то 3-5 столовых ложек, 2 ложки сахара столовых и соль по вкусу. Значит, нам сначала нужно творог хорошо размять. Это я поручу Насте. Настя, мне. Ой, я боюсь, что я могу его и съесть в процессе. Я за этим зорко слежу. Хорошо. В размятый творог разбиваем яйца, затем, постоянно помешивая, всыпаем сахар, соль и муку. Ну, вообще, можно это делать все руками чистыми и... Но главное, муку просто нужно добавлять до тех пор, пока вот эта масса не будет прилипать к рукам. Когда тесто достигло нужной кондиции, скатываем из него шарики и закидываем в кипящую воду. Как только они всплывут, мы шумовкой их достаем. Вторая часть – это салат витаминный. Морковь сюда входит, грецкие орехи, чернослив. Все это заправляется сметаной. Можно так сказать, что это настоящая энергетическая бомба. Итак, морковку трем, орехи давим, а чернослив режем. Пока занимаемся салатом, ленивые вареники сварились. Наши шарики всплыли. Выловить желательно на сухое чистое полотенце, чтобы творог, чтобы вода с него стекла. Пока стекает вода с шарика вареников, возвращаемся к салату. Ну и заправляем салат сметаной. Перемешали, заправили солью, все, можно употреблять. Наши ленивые вареники можно заправить тоже сметаной, ну а можно бабушкиным вареньем. Такой завтрак подарит вам заряд бодрости до обеда точно. Приятного аппетита! Звоните нам, рассказывайте про свои рецепты. С добрым утром! С добрым утром!